Итак, мы печатаем тестовый кубик. Вот светодиод моргает. Это управление подогревом печатающей головки. Это сейчас режимы. 100 градусов теплая кровать, 250 градусов температура плавления пластика. 49% работает вентилятор. Экструдер выдавливает пластик с этой катушки. Это головка. Так, и вот у нас кубик. Надо отметить, что точность, судя по всему, очень высокая, так как у нас высота слоя всего лишь 0,1 мм. Кубик получается очень ровненький, надо отметить. Сейчас дождемся конца печати.